Вот мой дом. Постройки конца 19 века. Дом очень старенький. Живем мы в нем постоянно. Задумались об утеплении. Чем утеплять? Выбор очень большой на рынке. Утеплителей очень много. Но я выбрал типофол. И типофолом я утеплил полы 6 лет назад. Что из этого вышло, я вам сейчас покажу. Это вот подпол. Как вы видите, в нем немножко было воды, даже отсырело. Но за счет утеплителя у нас вот что с полами. Вот лежит уже 6 лет. 6 лет лежит утеплитель и полы, доска половая. Вот что под утеплителем, такая доска. Совершенно свежая. Ни капельки не затронута ни плесенью, ничем. Угу. Вот. Так что там утеплен фундамент печки. Утепленный. Чтоб тепло все шло в дом, а не в землю. Вот. Вот когда делал полы, их пришлось поднять. Получилось так, что нижний венец дымохода, получился в полах, между полов. И за счет этого у меня в доме зимой полы получаются с подогревом. На расстоянии 1,5 метра они просто горячие. Ну тут горячие прям полы. А во всем остальном доме теплые. Вот сын ходит босиком в доме зимой. Все удивляются. Даже нет ковров. Раньше клали ковры для утепления. Сейчас мы их не кладем.